тебе. Ты Господь неба и земли, ты наш Бог, нет другого, как ты. Прославляй своего Господа, ты Господь неба и земли, ты наш Бог, нет другого, как ты. Ты Господь неба и земли, ты наш Бог, нет другого, как ты. Слава, 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 слава тебе, Иисус. Слава тебе, Господь. Мы превозносим тебя, наш великий Царь, Бог всех богов. Светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Иисус был верный, и Он избирал верного Моисея, верного Давида. Хотите, согрешали, ребятки, они согрешали. До святости они явно не дотягивали по современным понятиям. Но Бог видел верность, Он знает, этот упадет, поднимется и будет делать труд, который Бог предначертал. И Бог вот это ценит в человеке, преданность. А мы все немало согрешаем. Просто грехи одного видны, у другого не очень. Но Он ценил и ценит это качество в тебе, во мне, когда Он есть. Поэтому там и послания наполнены. Передать верным, научить верных, которые бы наставили дальше верных, чтобы быть верным, верным. Я говорю, в нас, в нашем эгоизме, в нашей душе этого нет. Мы все ищем своего. Если бы я на протяжении своего христианства меньше бы искал своего, я, не сомневаюсь, больше бы добился. И я знаю, что вот многие читают, слушают проповеди, видео. Вся причина и разница в нас между тобой, мной и всеми остальными, кто слушает, видит, это в нашей преданности, верности. А то, что Бог видит. Он знает, что ты будешь делать завтра. Он знает, что если придут испытания, что куда ты пойдешь и за кем пойдешь. И когда он это видит, он начинает изливать вот эту свою благодать. Он начинает изливать свою помощь свыше, чтобы мы, его дети, поднимались. Почему? Ну вот именно это слово «верность». Почему? Ну как бы оно лучше всего, ну как бы объясняет наше смирение. Я еще раз объясню. Верность – это постоянство, преданность перед Богом. По одной простой причине рядом другое царство, царство тьмы, где наш противник – дьявол, и одно из имен его – клеветник, который бродит постоянно, он постоянно лжет перед Богом день и ночь, клевещет против тебя, против меня. И в наш разум, в наши уши, в наши очи он постоянно посылает свои стрелы лжи. Каждый день и постоянно. И вот только эта наша верность, она может преодолеть эти раскаленные стрелы. Это только наша верность может преодолеть то, что, ну, дьявол задумал. Я говорю, прошел какой-то путь, проповедовал, когда там начало было. За это время я могу сказать, столько людей дьявола разбил, дьявол сокрушил по одной простой причине. Не было верности, не было этой преданности. И дьявол очень легко расправляется со всеми. То, что, ну, для меня кто-то, ну, как бы загорелся синим пламенем 5-10 лет, я вообще в голову это не беру. Служат и молодцы. Я уже думаю, ну, кто 20 лет, ну, уже немножко можно уважать. Ребятки, потому что весь этот путь, вот еврейский народ, когда он шел, они же все пошли за Моисеем, они все хотели к Моисею, говорили, все, веди нас, да, мы согласны, мы готовы идти в землю обетованную, мы ничем не отличаемся от них. Ну вот я читаю, как об этом событии, то, что вот он 40 лет вел, да, чтобы испытать, чтобы узреть, чтобы смирить, будем ли мы хранить заповеди. Проще, будешь ли ты предан? Я еще отступление сделаю. Вот для пастырей, да, верный, он поднимает. Я смотрел, ну, много, да, ну, знаю, пастырей многих попадали, потому что постоянства нету. Дьявол разбивает. Я видел масса людей, которые, ну, занимались прославлением, или как по-современному поклонением. И
раз вот люди начинают, и как я замечал, я видел, Бог изливает благодать. Да, Он желает, чтобы мы хвалили, чтобы мы благодарили, чтобы мы воспевали стройно, чтобы все это было. Но потом смотришь, многие за эти годы моей уже жизни христианской, я видел много солистов, там, дуэтов, квартетов, групп, которые начинали хорошо, они выпускали там диски, смотришь, все пользовались, благодарили, смотришь, раз, и остановка. Почему? Потому что Бог требует большей преданности. Бог требует больше поклонения. Если ты вначале там вышел на сцену, поешь, я поклоняюсь тебе, не соображая, про что и поешь, и это прокатывает. Но потом нет. Потом Бог смотрит, и когда Он видит, что ты преданный Ему, когда ты действительно поклоняешься для Ему только, Он изливает свое помазание. Он изливает, чтобы Его тело Христово было светом, было солью. Это вот так работает, верность. Это так она работает с этим поклонением. Если кто-то, поет, ребята, все слова, которые вы поете, вот равно я сейчас что говорю, если я ведь треплюсь перед Богом, статья ж на мне. Когда мы поем, там статей чуть-чуть побольше. Слишком много красивых слов. Это я к тому, что как это работает, чтобы вы понимали. И чем ты больше предан, тем больше Он тебя высвобождает. Это опять для меня великая печаль, что многие начинали, я не сомневаюсь, Господь полагал им это служение, в служении прославления, заниматься хвалой. Но вот опять, это преданность, это нужно, это качество себе, прибавлять, чтобы оно росло, чтобы оно приносило добрый плод. Когда это начало нашей церкви было, одно из тяжелейших для меня служений, когда я учил вот эту тему «Возлюби, поклоняйся, служи». Потому что мы только вышли еще многие системы коммунизма, у нас было лжепоклонение, лжеслужение, у нас много там лжелюбви было. И потом вот это принять Божье, это не так-то просто оказалось. Языком-то мы можем говорить, что мы Бога любим, но где наше сердце, это большой-большой вопрос. И вот сейчас, прошло много лет, 2018 год, и я понимаю, что снова как трудно стало говорить о поклонении. Потому что вот этой преданности собачьей-то в нас маловато. Такое бывает с нами. Это когда мы не верны, Бог пребывает верен. Даже если где-то ты упал, но все равно поднялся и вперед идти. Поднялся и действительно делать то, что Бог сказал. Итак, читаю первое послание Коринфской церкви. Еврейский перевод, наверное, будет. «Ибо я, братья, не хочу, чтобы вы упустили из виду смысл того, что происходило с нашими отцами. Все они следовали за облачным столпом, все прошли сквозь море. И в истории с облаком и морем все они были погружены в крещение Моисея. Они шли за Моисеем, за вождем. Это история. И я также говорю, что все они ели одну и ту же пищу от Духа Святого». В то время пили одно и то же питье от Духа Святого, поскольку пили из камня, посланного Духом Святым, следовавшим за ними. И камнем этим был Иисус Христос, Мессия. Тем не менее, большинство из них Бог был недоволен ими, поэтому вся пустыня была усыпана их телами. Они остались в пустыне. Подобно нам. Они языком трепались, как они Бога любят, как они поклоняться Ему хотят, как они служить Ему хотят. Ничего нового на земле нету. Но с преданностью проблемка. Дальше что? Это были исторические события, послужившие прообразами, которые учат нас не склоняться в своем сердце ко злу, подобно им. Не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них, как сказано в Писании, и сел народ, стал есть, пить, и затем забавляться. Давайте не будем заниматься распутством, как многие из них делали, и в результате в один день погибло их 23 тысячи. Давайте не будем испытывать Мессию, как делали некоторые из них, и погибли от змей. Давайте не будем
роптать, как делали некоторые из них, и погибли от руки истребляющего ангела. Божий ангел допустил это. Вот все, что происходило с ними во время исторических событий, ставшими прообразами, записаны в качестве предостережения для нас, живущих, ну, в наше время. Потому кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло, ну, как бы обычное для людей искушение. И можно довериться Богу в том, что Он не дозволит вам быть искушаемым сверх сил. Когда приходит что-то в нашу жизнь, всякие испытания, страдания, поймите, это нормальное явление. Это не какое-то странное что-то. Главное это в этом искать Господа. Главное это в этом просто не опустить свои руки, а получить от Господа: «Господь, что Ты хочешь сказать? Что Ты хочешь открыть для меня? Что Ты хочешь открыть?» Я говорю, это я проповедовал давным-давно, ну, в то время уровень познаний было намного меньше, теперь уже с позиции многих лет, я говорю, что вот они вышли из Египта, то есть они жили в рабстве, как мы многие из вас, не зная Бога. Вот мы пошли за Богом, все, мы читаем, слышим свидетельства, проповеди, Бог чудесный, прекрасный, исцеляет, благословляет, чудеса творит. Ну почему бы за таким не пойти? Мы идем. Но вот это наше наследие, наши обычаи, наши традиции, мы так трудно от них избавляемся. И евреи в то время делали то, что они привыкли делать до этого. Вот то же самое с нами. Мы приходим в церковь, мы как бы за Богом, нам хочется Бога познать, но далеко не все спешат избавиться от обычаев, традиций, в которых они жили. И вот эти обычаи, традиции, правила, понятия, по которым мы жили, они многих и многих уносят назад. Я, ну, как бы могу сказать, что на протяжении этих лет я видел, как Господь меняет. Я вспоминаю там начало, наверное, еще даже 90-й год, церкви не было. Я читал книжку там «Пробуждение начинается с меня» Эрла Штегина. Был очень впечатлен, но я там удивился, что вот он написал, что когда у них служение начало расти, мы, говорит, даже забывали, что такое праздники. Мы просто, нам было не до этого. Это постоянное служение, служение, служение. И для нас они в сторону ушли. Ну, для меня тогда праздники христианские, там какие-то личные, конечно, что-то было. Теперь вот со временем, да, это вижу, действительно, это то, что мы привыкли делать, а Богу оно сбоку припеку не нужно. Я учил как-то, еще раз напоминаю, мы обычно любим там какие-то юбилеи, дни рождения. Ребятки, ну, давайте жить по Писанию все-таки. Если ты делаешь пир, у тебя какой-то юбилей, вот разница в том, что на чьей ты стороне? На стороне Бога или на стороне князя тьмы? Когда ты по Писанию, у тебя праздник, юбилей великий, там Иисус написал, что надо делать. Когда ты делаешь пиршество, что там надо? Позвать. Вот там с улицы всех подряд, накормить, напоить. Кто из нас так делает? Когда у нас праздник, наш эгоизм, он возбуждается. Что мне принесут? Кто мне будет восхвалять? Кто мне что даст? Если дали не то, мы обижаемся. Если у нас какие-то там, я не знаю, мероприятия, какие-то днюхи, юбилеи в наших семьях, да нам не до Бога, мы и в церковь-то не пойдем уже. А Бог все это видит же. Всю эту нашу преданность. Он видит, потом мы начинаем взывать, начинаем просить у Бога что-то. Ну, конечно, это печально, печально. Не сразу мне это открылось, но когда это мне было 50 лет, я это понял. Надо жить все-таки по Писанию. И тогда я стал собирать финансы, чтобы когда будет у меня день рождения, я мог благословить кучу людей. Это есть Писание. Ну, чтобы вы понимали. Возлюби, поклоняйся, служи. Кого мы любим? Вот так вот, дорогие мои. Это есть Евангелие, которые мы многие не исполняем. Я, ну, на различных мероприятиях был, где восхваляют пастырей, служителей, там какие-то юбилеи, то, что я, в общем-то, терпеть не могу. Подошел, благословил, спасибо. А вот это вот все раскручивание, перекручивание, сегодня славят, завтра свистят камнями, кидают. Кому это надо? Это же все не из Библии.
Я хорошо знаю, если я люблю свою собаку, ну, люблю что-то купить ей, как тот же самый Отец Небесный видит, что я, если как собачка предан, и он что-нибудь дает. То же самое и с вами будет. Если это есть, ребята, это есть христианство, не надо из него делать каких-то непонятных вещей, не надо выдумывать, придумывать. У кого в ближайшее время днюхи? Вот-вот. Так и думайте теперь. Не ожидайте, кто что даст, да потом еще обиду еще сердце положить, там что-то не дали, кто-то не пришел, кто-то не поздравил. Это наш эгоизм, и это все рядом. А просто Господь смотрит на своего раба, думает, ну, печально это все. А он говорит, я же буду испытывать. И может быть, в твой какой-то день он испытает, как ты будешь реагировать на все. Будешь ли ты благодарить и за плохое, и за очень плохое. Он просто это будет все оценивать, чтобы воздать тебе по твоим путям, которыми он, ну, предначертал тебе или мне пройти в данное время. Что я еще должен вам объяснить? Что верность дается, ну, в принципе, очень трудно. Для меня, да, я говорил, печаль великая, потому что, ну, я видел очень много людей, которых наставлял, учил, на которых тратил много эмоций, чувств, финансов, времени, и они казались неверными. Это печально. Это печально, это не самое лучшее. Но с другой стороны, я ведь опять же Писание знаю. И Иисуса предавали, и учеников предавали. Все это было и есть на земле. То есть к этому надо относиться вполне нормально. Не замыкать, не перемыкать, что бы там ни было, как бы там ни было. Главное, Господь, дай милость быть верным в том, что я тебе обещал. Даруй мне эту милость, все это преодолеть, чтобы получить обещанное от тебя. Так как ты жил вчера, оно может ничего не изменить. Это надо приложить больше стараний, это надо приложить больше усилий, потому что если мы это не делаем, ну, это безумие наше. Мы просто прожигаем годы жизни. Мы являемся христианами. Нам принадлежат все Божьи обетования. Все. Все Бог сделал для нас. Все положил под ноги наши. Птиц, зверей, небесных. Все для нас. Но Он будет смотреть на твою преданность. Он будет смотреть, насколько действительно вот это есть, ну, как, ну, любовь, ну, я не знаю, я уже за эти годы христианские столько этого слышал. Ну и сам трепач был. Я ж, как и вы, пел песни, как я Бога люблю. Да, правда, ничего не делал. Потом Бог открыл это. Я понимаю, надо быть верным. Надо в малом, вот то, что Бог открыл, Господь, помоги мне это исполнить. Иногда забывал. Благо, я всегда стараюсь все записывать. Листал свои тетради. Господь, все ли я там, все, что записал, исполнил? Где-то неверен, Господь, прости, омой своей святой кровью. Потому что Он большего не даст. Просто. Он дает это верным. Он дает это преданным. Ну вот я из области, опять, животных, попроще. У кого из вас собаки есть? У кого собаки? Вот вы вышли там во двор, там, не знаю, там, жучка, тузик, к ноге, раз подбежала. Вот я смотрел обычно, ну, я другой немножко, на мужиков, на женщин, какие они счастливые. Сидеть, раз собачка села, походку хозяин меняет. Лежать, ну, еще друзья придут, лежать, какая ученая. А тут еще выставки собак, хозяинам вешают там какие-то медали, а при этом собакам вешают, а хозяин или хозяйка идут такие, вот прям вот елеем на уши, словно им медаль повесили. Вот эти бы награды нам да за верность перед Богом. Когда вот эти собачьи выставки, я не против этого, ну просто вот к Богу бы такое отношение было бы вообще чудесно и прекрасно. К Богу. Когда мы действительно вот с преданностью к Нему относимся, я думаю, что гораздо больше благословений. Еще раз, ребята, говорю, то, что Бог написал. Вот
У него много благ для верных. Как только он видит, что ты выбираешь Божье, что ты выбираешь Божью любовь, ну, кому трудно, да, конфликтная ситуация. Ну, когда начинаешь по-библейски говорить, из Ефесянов, Колоссянов, многие не соображают. Простые вещи, объясняю, как я понимал Евангелие. Трудная ситуация, конфликтная, у тебя там, не знаю, дома, на работе, в церкви, ну, обычно такая жизнь наша. И, ну, мы же все ищем своего, и нам всем кажется, что я самый-то правый во всем. Все, самый правый. Ну, я еще это, наверное, 80-е годы сам себе иногда задавал эти вопросы, потом почаще в 90-е. Просто сказал бы внутри себя: Иисус, как бы ты поступил? И все. И не надо никакую пургу религиозную нести. Вот как бы ты поступил? Как он жил, мы все знаем, читаем. Но вот научиться от него, ибо он кроток и смирен, вот это нам не хочется порой. Мы все ищем своего. Мы многие как, все-таки не один день, Господи, я удивлялся с этими гневом, злобою. Там когда-то я читал, не знаю, там 80-е, солнце да не зайдет во гневе вашем, но, о, Господи, нельзя даже спать ложиться психованным. Я смотрел на христиан, запросто это делали. Ну и думаешь, ну и для чего тогда вот эта вся игра в церковь? Надо же исполнять. Когда стоишь на молитве, прощай, а все эти обиды, отверженность сперла, как из рога изобилия, и надо было что-то делать. Ну а зачем обманывать себя? Зачем? Вот просто задаешь себе вопрос, а кому я предан? Кто у меня в жизни на первом месте? Ну, сказать, что там Иисус иногда там кто-то говорит так смело, или что в интернете там, как все любят Иисуса. Ну, я думаю, Боже, лучше бы вообще не писали об этом. Потому что все, что мы говорим, пишем, потом отвечать надо. Если мы хотим смирения, да, это что-то надо прибавить. Это какие-то твои личные, это личное время, личные привычки, правила, амбиции, традиции придется убрать. А вот готов ли ты к этому или нет? То есть это выбор идти за Богом по-настоящему. И наша плоть, она противится духу. Наша плоть, она Богу не хочет покоряться. Мы все до одного ищем своего. Бог поставил для нас посты, чтобы нам поститься. Поститься – это не то, что многие думают, а то, что написано в Библии. Это большая разница между нашим пониманием о посте и то, что Бог написал. Написано Исаия 58 глава. Я написал такую маленькую, достаточно понятную брошюру, что это такое. Вот без этого мы вперед никуда не уйдем. Но когда мы начинаем поститься, ребята, я вот опять же насмотрелся этого странного христианства. Люди постятся, молятся с желанием добиться своего, с желанием своих эгоистичных мотивов, с желанием, чтобы его правда свершилась, состоялась. Люди постятся, молятся, а внутри горечи, боли были и остаются. Но это просто глупо. Пост – это когда ты перестаешь делать то, что ты обычно делал. Пост – это когда вот эти интернет, все ресурсы кому-то ты отдал на целый день. Обычные дела не делать, чтобы искать Бога. Потому что Господь сказал: если смирится народ мой, который именуется именем моим, он будет искать Господа, то обратиться от хода их путей своих. Вот этот пост, чтобы преодолеть свои правила, традиции, привычки. Чтобы Бог услышал с неба, чтобы он простил тебя, меня, чтобы он пришел исцелением, ну, в тот удел, где ты служишь. По вопросам приобретения книг Василия Кузина обращайтесь по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, 197350, улица Долгозерная, 16/2, МРО ХВЭП «Христианская миссия». Электронный адрес: salis@christofor.ru, сайт www.christofor.ru. Телефоны: +7 901 320 01 91, +7 812 320 01 91.